вітаю в ефірі «Тема дня». 27 травня на засіданні уряду презентовано державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19. Були розроблені заходи для 6 секторів, у тому числі для сільського господарства. Про те, як пандемія і карантин вплинули на сільгосптоваровиробників України і Миколаївщини, зокрема, чи отримують аграрії допомогу від держави і які перспективи агропромислового комплексу області, говоримо з нашим гостем. В студії Сергій Іванов, генеральний директор багатопрофільного сільськогосподарського підприємства. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Сергію, наскільки я пам'ятаю, ваше підприємство займається тваринництвом, це в першу чергу племінна свиноферма, і вирощуєте також зернові. Вірно? Чи ще якісь напрямки є? Все правильно. Наше предприятие, основна наша цель и задача – это животноводство, а земледелие – это для того, чтобы кормить чем наших животных. Тобто вирощуєте зернові лише для власної? Только. Мы зерновые группы ничего не продаем. Только для кормов все выращиваем. Угу. Ну, якщо говорити про ваше підприємство, як на нього вплинув карантин, обмеження? Ну, психологически было тяжело людям, все услышали, узнали, увидели информацию, и, конечно, люди очень переживали, но, слава Богу, в нашем районе, в нашем регионе нас коронавирус обошел стороной, мы приняли жесткие меры, потому что, знаете, когда строители работают, остановили стройку, закрыли. Там, а когда животноводство, это же невозможно остановить. Животных надо кормить каждый день люди на работе, и хоть немного, но они должны быть на работе. Поэтому мы ввели в табелях, поставили графу измерения температуры 3 раза в день. Маски выдали благодаря поддержке нашей райадминистрации. Нас поддержали, завезли на маски с ветеринарной службой. Обеспечили всеми дезасобами, необходимыми для работы. И ну, люди с пониманием отнеслись к этому. Мы вынуждены были, конечно, сократить рабочее время людей. Мы, люди, выходили на работу только 50% рабочего времени. Нас, конечно, поддержали правительство. Они нам выделили компенсацию заработной платы, люди, которые могли потерять это все. И, в принципе, наши люди, находясь на работе половина рабочего времени, вместо 8 часов работали по 4 часа, но в зарплате они потеряли всего 10% от общей зарплаты, потому что 50% предприятия выплачивало рабочее время, а 40% государство компенсировало людям заработную плату тем, которые работали, находились на работе. Вы деякі додаткові заходи і засоби безпеки згадали. Але, наскільки я пам'ятаю, на вашій фермі, і в тому числі у зв'язку з періодичними спалахами у нашій області африканських чум свиней, і так, серйозний був контроль санітарний, санітарно-епідеміологічний. Чи довелось, от, крім масок і температури, якісь ще додаткові робити у вас, не знаю, пости безпеки, обмеження, відгородження? Ні, ми нічого не робили. Я в первые дни начала коронавируса, эпидемии, я собрал весь коллектив, пригласил медицину, пригласил ветеринарную службу, они пришли, внятно, понятно, доступным людям объяснили о всем проблемах и о том, что может быть, если у нас появится коронавирус, чем это чревато. Люди понимали и понимают, что это может, ну, негативно сказаться на этой работе, что если это людей оставлять дома реально, это очень много проблем, еще говорю, это, которые связаны с животноводством. Люди очень с пониманием отнеслись, ни на улице, ни на территории, ни то, никого ни разу я не видел, никого-то без маски, или человек, приедя на работу, самостоятельно подошел, померил температуру, записал свою температуру и пошел на работу. Ну, все прекрасно понимали, лучше одному, если есть подозрение, остаться дома, чем заразить весь коллектив и иметь, ну, очень большая проблема для всего коллектива. А сколько людей у вас в коллективе? Больше 100 человек. Вы згадали про то, что зернові вирощуєте лише для того, чтобы годувати тваринную группу. А сколько земли, насколько это, в принципе, вагомый шматок в вашем господарстве? Сколько было засеяно? Ну, у нас земли 1200 гектар, земли немного. Земли, конечно, не хватает нам для кормления животных. Угу.
Вынуждены закупать еще во время уборки, так закупать. И закупаем целый год, закупаем зерновые для кормов. Просто важливий момент – це ситуація, в якій опинилося рослинництво, зокрема на Миколаївщині цього сезону, після посушливої і осені, і зими, і більшої частини весни. До минулого тижня погода тривалий час була несприятлива, і ще до початку дощів Вікторія Андрушків та Євген Сержук побували у Вітомському районі і поспілкувалися з аграріями. Сергій Борисенко разом з друзями протягом 20 років займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Оформлені як фізичні особи-підприємці другої групи. На близько 300 гектарах землі сіють переважно пшеницю, ячмінь, соняшник. Чоловік говорить, з такою посухою зіштовхнулись вперше. Починає з осені, влаги не було, пішов пізно дощ, посіви вийшлися пізні, тобто слабі. Добре, що зима була така більш-менш тепла, і фактом рослини розвивалися. Ну, сніга як такого теж не було, і тому в основному запаси, де вологи на весь період, це за рахунок сніга, то ви бачите, яка в даний час складається ситуація. Навіть якщо дощ піде, мені кажеться, що він нічого не спасе, якщо оце пізні ці дажі підуть, тому що вже як коло сформований. Сама дуже рослина сама сформована вже. Так що одне, що просто надіжда, що може там зерно і налється, і буде там по крупності щось. Колега Сергія Борисенка Сергій Левченко говорить, що врятувати врожай із близько 100 гектарів не вдасться. Вердикт такий, що його передіскувати тут нема що косити. Нема що косити, навіть затрати на комбайн себе не оправдають. І пшениця, ячмінь, все згоріло, все, да. Надіжда на підсолнух, якщо будуть дажі. Якщо дажів не буде, то не буде і підсолнуха. Староста сіл Лимани і Лупареве Галицинівської ОТГ Наталя Панащій розповідає, раніше діяла програма, за якою аграрії могли отримати компенсацію в разі втрати врожаю. До децентралізації у адміністраціях районних були сільгоспуправління. І в випадку таких катастрофічних неврожаїв або засух, вимерзань, створювалася комісія, виїжджали і на рівні держави вирішували, надавати допомогу чи не надавати, і в яких розмірах. На сьогоднішній день цього механізму немає. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, зараз обстеженням земельних ділянок займається відділ земельних ресурсів Галицинівської ОТГ. Незважаючи на те, що хоч вони розпалися, у нас працює відділ земельних ресурсів, яке має право обстежити земельні ділянки, зробити акт обстеження на втрати і подати це в вищі органи цієї інстанції. Кожен підприємець має право написати заяву, прийти в сільську раду. Виїжджає група, тобто комісія, оцінює збитки, пишуться відповідні акти і надсилається в органи, які займаються цим питанням, по виділенню коштів для відшкодування. Ну, повторюсь, відзнято все було до дощів, але чи допомогли вони, от, наприклад, на вашому прикладі? Частично. Правильно було сказано, підсолнечники ще можна спасти, а от зернової групи тяжело буде, дуже тяжело. Я думаю, так, більше 35-40% очікуваного врожаю не буде. Реально сработало, и с осени не было дождя, и зима была сухая, неснежная, и весна, вот, в принципе, первые дожди прошли. Проблема есть, и у меня ж животноводство, у меня племенное хозяйство по овцам, романовская порода, у меня 2000 голов, у меня есть... посеяно, люцерна посеяно, раздоротравие, все, ничего нету. Я не знаю вообще, чем в этом году этих овечек мы будем кормить. Сена нету. Может быть, вот сейчас прошли дожди, еще немножко пойдет, может, хоть один укос мы сделаем, даст Бог.
Ну, нас спасло только то, что дождей не было и жары не было сильной, понимаете, оно не высушило. Если была жара, оно бы спалило все сено. Оно, в принципе, зеленое, и есть перспектива, что оно будет расти. Это для коров, для овец, для коз, для всего, для парнокопытных еще есть возможность получить хоть небольшой урожай сена. А зерновой группы мало будет. Вообще не знаю и дальше, как развиваться, как увеличивать поголовье, вообще как содержать поголовье. Сложно, потому что мы понимаем, что будет реально подорожание зерновой группы. Ну, будем надеяться, нас поддержит и государство в чем-то, еще какая-то будет поддержка. Все-таки что-то мы уберем, просто так же ж не бывает. Я понимаю, у некоторых ничего нет убирать, но есть же и где убирают. И зоны, которые севернее, там они лучше, и у них немножко больше дождей прошло, осадков, и все-таки будет зерновая группа. Кукуруза еще будет, тоже корм. Ви згадали про допомогу, підтримку, враховуючи те, що люди працювали на повний робочий день і компенсацію ви отримали. Це була яка програма? Державна, централізована чи обласна? Ні, це державна програма. Ми за март місяць не заплатили налог за оренду землі, з нас зняли стоїмость оренди землі, ми не заплатили. І ми не заплатили... Тобто дозволили не платити? Да, дозволили, нас просто освободили, освободили від оплати оренди землі, освободили від оплати налогу на землю за март місяць. Все-таки это какая-то поддержка. Да, это небольшие деньги, но все-таки какая-то поддержка есть. Все-таки немножко денег мы сэкономили. Угу. Ну, хочу продовжити ще трошки тему державної підтримки, власне. От і ви кажете, що вона є. Сподіваюся, що змогли її отримати хоча б ті, хто найбільше постраждав, і зможе, можливо, ще. За 2019 рік була заборгованість перед фермерськими господарствами, перед сільгосптоваровиробниками по напрямках відшкодування банківських відсотків, відшкодування вартості техніки. Протягом лютого-травня ці суми були проплачені. У 2020 році передбачається 4 напрями, по яких будуть відшкодовуватись затрати фермерів. По кожній окремій постанові уряду є свій механізм реалізації. Це все нам розповів директор Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Андрій Диченко. Аграрії можуть звертатися до таких установ, як фонд підтримки фермерських господарств, податкових, банків, також до органів місцевого самоврядування. І маємо пряму мову від Андрія Диченка, будь ласка. Незважаючи на те, що бюджет було переглянуто, дійсно деякі видатки були скорочені, але працює 107 постанова від 7 лютого 2018 року зі змінами. Крім того, туди додано ще підтримка на бджолосім'ї. Також працює постанова від 7.02.18 року зі змінами за номером 106. На цей час вона поки що в режимі проєкту, але напрямки вже визначені. І кошторисом будуть передбачені деякі видатки. Це стосується підтримки так само і фермерських господарств. Є ще постанова 565. Вона була прийнята в минулому році, але запрацює з цього року. Це підтримка сімейних фермерських господарств, які знаходяться на четвер як платники, зареєстровані як платники податків на четвертій групі і мають можливість отримувати відшкодування, точніше дотацію на члена та голову фермерського господарства по сплаті ЄСВ. Є ще постанова 1102. Так само затверджений порядок, ще ця постанова з 2004 року працює. Фонд саме безпосередньо приймає участь в підтримці за цим напрямком. В цьому році, на жаль, коштів на кредити передбачено небагато для фермерів. Ну, це вже пов'язано з видатками бюджету, що вони скорочені. На цей рік, згідно закону про державний бюджет на 2020 рік, 67 мільйонів на Україну. Скільки на наш регіон Миколаївський, поки що сказати нічого не можу. Є ще програма, яка називається 5-7-9%. Це програма, згідно якої підприємці, тут вже не тільки аграрний
сектор задіяний, але й будь-які підприємці, які підпадають під категорії, визначені порядком, можуть звернутися до банківських установ, і якщо банки, партнери, які працюють з урядом, надають кредити, то держава буде відшкодовувати відсоткову ставку, і таким чином кредити, вартість кредитів буде 5, 7 та 9 відсотків. Ну, ось із цих перечислених варіантів, чи пробували ви отримати якусь додаткову допомогу, чи, можливо, кредит взяти за цими пільговими 5-7-9%? Ви знаєте, я не пробував. Не пробував по одній причині, що сьогодні у нас немає стабільності. І для того, щоб взяти кредит і додати робочі місця, потрібно нести відповідальність за цих людей. Знаєте, як є поговорка? Ми відповідаємо за тих, яких ми приручаємо, або тих, яких ми беремо на роботу. Якщо людину береш на роботу, треба бути гарантовано обезпечити його роботою. А сьогодні складно на щось розраховувати і складно прогнозувати завтрашній день. В этих условиях, в условиях погодных условиях, в условиях коронавируса и нестабильности вот этой, понимаете? Вы говорите про кредиты? Про кредиты. Тобто вы взагалі без кредитов працюете? Нет, мы сегодня, я уже забыл, когда последний раз брал кредиты. Почему? Потому что раньше мы не брали по одной причине. Вы знаете, в сельском хозяйстве это в торговле. Взял, продал, взял деньги, купил, продал, вернул, продал, вернул. А в сельском хозяйстве не получается. У нас где-то нет, у нас оборачиваемость денег до года, до 12 месяцев, понимаете? Вот свиноматка для того, чтобы она привела, она должна неделю гулять, потом три месяца и три недели находится упоростная, потом приводит поросят, и этих поросят надо 6-7 месяцев выращивать, чтобы продать. Это уже год. Год деньги должны оборачиваться год. Проценты 18%, которые были у нас, даже это было неплохо, было 20-21%. Под эти проценты, если взять, то у нас рентабельность до 15%. Мы в минуса выходили, имея такие процентные ставки и все. Но не было смысла и брать эти деньги. Сегодня, если будет нормальная программа и гарантированно, знаете как, для того, чтобы взять, многие люди даже не берут, потому что и не верят. Знаете, ну нам повезло, мы в прошлом году взяли сельхозтехнику, инвентарь взяли, и мы, в принципе, похоронили эти деньги, которые должны были нам вернуть. В этом году, вот в пятницу буквально, нам вернули долги, которые были, компенсацию должны были за эту технику. Я, честно сказать, даже не рассчитывал, что эти деньги будут. Но вы видите, они пришли, пришло новое правительство, новый президент пытается раньше, но знаете... Обещали, у нас же принцип какой раньше был, есть такая поговорка, обещать это не значит, что жениться. Вы кажете, за минулый рік не повернули, а за то, что раньше тоже не повертали? Да, раньше были невозвраты у нас, раньше, да, брали, обещали и не возвращали, а вот это вот вернули и было приятно это, я очень приятно был удивлен. Ну, коли борги повертают, звичайно. Це приємно. Враховуючи нинішню ситуацію, ну, можливо, запитання глобальне таке вийде. Які ви бачите перспективи? Можливо, от по тих напрямках, якими ви займаєтесь, перспективи тваринництва, все ж таки, чи можете ви збільшувати поголів'я, чи змушені десь навпаки скоротитися? І ви сказали, землі не вистачає, чи є варіанти збільшити площу? Ну, для того, щоб варіанти збільшити, треба піднімати ціну оплати землі. Ми сьогодні не можемо себе цього дозволити. Якщо люди, які працюють зелетрейдерами, вони це дозволяють собі. А ми, маючи животноводство, ми не можемо себе дозволити удорожати орендну плату, іначе це все скажеться на собівартості наших животних, ми будемо неконкурентно способні. Нам і так сьогодні тяжело працювати з фермерами. Тяжело, потому что фермеры работают без НДС. И они, в принципе, и животных продают по той же самой цене, как и мы продаем. Только они НДС не платят. Статус вашего предприятия вымогает сплачивать НДС? Конечно, мы же плательщики НДС. Предприятие на плательщик НДС. И сегодня сделали, ну, очень даже неправильно, потому что разъединили процентов 30-40 предприятий на Украине сельхозников, которые платят
НДС, и процентов 70, наверное, которые просто его не платят. И они работают без НДС, и у них все нормально получается, и эти 20% НДС они оставляют у себя. Они просто не являются плательщиками. И они могут зерновую группу закупить на 20% дешевле, чем мы закупаем, потому что мы вынуждены покупать с НДС, а не без НДС. И много добавок сегодня берут за наличные или просто без НДС покупают. И им дешевле это все обходится. А мы вынуждены при продаже, при покупке заплатить НДС и при продаже заплатить НДС. Поэтому тяжеловато и очень много прибыли уходит нашей на НДС. Ну а в принципе тваринництво, ну и свинарство, якщо на вашому конкретному прикладі, як основний, я так розумію, напрямок, все ж таки свиноферма, наскільки воно сьогодні може бути прибутковим чи принаймні триматися на плаву? Ви знаєте, вся проблема не в тому, що прибутково. Прибутково – ні, не прибуткових предприятий. Важно, якщо працює, то працювати правильно, старатися і добре. Любое предприятие можна зробити прибильним. Сама основна задача, що многие, хто-то розуміє, мовчить, хто-то не розуміє, не осознає, що сьогодні для того, щоб зберегти село, щоб воно жило, щоб люди були в селі, это не просто там у них есть земля, которую они сдают в аренду. Они очень немного за эти землю, им не хватает прожить этой аренды, которую они получают за аренду земли, стоимости. Сегодня важно создать рабочие места. А на селе рабочие места – это животноводство. Это там, где люди могут получать прибыль, жить и нормально жить. Ну, и целый рик, в принципе, можно заниматься. Конечно, не просто целый, они еще могут и прибыль получать. Знаете, я был в Америке. У них мы ездили делегацией по приглашению Госдепартамента США. Мы ездили туда, нас было 10 человек, директоров сельхозпредприятий с Украины. Нам показали сельхозников американцев. Мы беседовали с конгрессменами и с фермерами беседовали. У них есть нормальная программа. У них существуют государственные институты, в которых люди получают зарплату и обеспечивают воспитание работы фермеров. Они, если я открываю новое предприятие, они приезжают ко мне, начинают спрашивать, чем я буду заниматься. Если я буду заниматься животноводством, допустим, свиноводством, да, они рассказывают мне, где я могу взять поголовье, где я могу взять оборудование, где я могу взять добавки, где комбикорм купить, у кого, по какой цене, где я могу какую породу завести, взять. Они рассказывают, куда я могу потом продать продукцию. Важно ж, многие хотят взять и вырастить. А куда деть? Консультация за гроші, чи це їх обов'язок? Это бесплатная. Это бесплатная за счет государства. Люди приезжают, обученные люди с учеными степенями, приходят и внятно, конкретно объясняют молодому фермеру новому, что ему надо сделать, как. Сегодня у нас много программ. Программы интересные. Но многие наши фермеры ими не пользуются не потому, что не хотят. Они не знают, как это сделать. Они не знают, к кому обратиться. Они не знают, какое письмо написать, какое заявление написать, где зарегистрироваться. Они просто этого не знают. И вот они сегодня, вот программы есть, создали программы создания фермеров. И на фермерских базах начали создавать кооперативы. Что такое кооператив? Это 5-6, возьмем пчеловодов, да? 5-6 человек собираются вместе и создают кооператив. И кооператив этот обслуживающий занимается. Этот кооператив обслуживает этих фермеров. А сюда они покупают там все необходимое оборудование для работы на пасеке, да? И государство сегодня им, этому кооперативу, компенсирует 70% стоимости оборудования, закупленной в этот кооператив. 70%. 30% должны люди заплатить, но 70% государство дает. Молочные блоки, вот люди держат коров. Можно 5, 6, 7 человек собраться, одного 3 коровы, другого 2, 5 коров, 10 коров. Собрали, создали кооператив, они взяли там и доильный зал, там взяли и оборудование, и много всего необходимого для того, чтобы для эффективной работы сегодня товарищества. Ну, кто-то должен создать, я считаю, что в ЭТГ надо необходимо создавать вот такие
консультационные центры, где будут специалисты, которые будут собирать фермеров, ходить по дворам, рассказывать, убеждать. И пока люди не поймут, не поверят, мы не сдвинем сельское хозяйство с места. Сегодня очень много программ поддержки, они есть, они работают. Но ними мало кто пользуется, почти не пользуется. Люди просто не знают? Многие не знают, многие не верят в это, понимаете? Ну, ось ваша пропозиція щодо створення кооперативів. Чи пропонували ви да, друзям, знайомим, сусідам? І сам хотів створити. У мене пчеловодство. Там може присутствувати одне підприємство, там і 5-6-7 фермерів має бути. Собрал фермеров, пригласил специалиста с Николаева, с общества пчеловода областного. Собрали их, рассказали, объяснили. Но они так плечами сдвигают. Ну, это надо пасеку регистрировать, надо паспорта получать, это все. Они не хотят этого делать. Они просто не хотят этого делать. Они не верят в том, что они от этого получат прибыль и что будет результат. Они просто в это не верят, реально. Я посмотрел, говорю, ребята, ну это все, это ж легче, это вам деньги будут, выплатят, вам не надо тратиться, у вас будет современное оборудование, по которому будет легче хорошо работать. Давайте. Посмотрели, это мы подумаем, мы не хотим, разошлись и все. Ну это я. Ну если был бы человек, который занимался этой работой, вот он должен их собрать, каждому прийти, объяснить, рассказать, убедить и вообще объяснить доступно, чтобы человек понял, что это ему выгодно, что это ему надо. И не только ему надо, обществу надо. Если не будет фермерских хозяйств, не будет АТГ. АТГ за счет чего должно работать? Только за счет поступления налогов от фермеров. Значит, надо, они должны просто оторвать свою задницу от стула работника АТГ, прийти, сесть и убедить фермера, что это ему надо. Это не только ему надо, это надо и этому населенному пункту, где он живет, этому селу, и этому сельской раде надо. Это всем надо, все в этом заинтересованы. Но у нас люди или одни не умеют убеждать, а другие не верят или не могут слушать. Ну, мы еще вот эту черту не переступили, хотя нужно ее переступить. И чем больше у нас будет специалистов, которые смогут убеждать фермеров, что это и надо, и чем скорее фермеры начнут создавать кооперативы, вместе работать, тем скорее у нас начнет хоть немножко работать сельского хозяйства. Наша задача, чтобы у людей не было желания ездить клубнику собирать ни в Финляндию, ни в Польшу, ни в Чехию. Многие люди остались бы с удовольствием работать, если бы у них была работа и зарплата. Пусть не такая, как в Польше, пусть немножко меньше, но он дома с семьей и заработал какую-то гарантированную зарплату, у него будет, и он уже никуда не поедет. Дякую, дякую, пане Сергію, на сей оптимистичной ноте. Сейчас программа уже спит. Спасибо большое. Дякую всем, кто был с нами.